Директора спортивной школы «Юность» подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Задержали 37-летнего Дмитрия Логиновского в четверг, 11 июля. Суть дела в том, что Министерство спорта поручило Логиновскому провести в феврале этого года финал 9-й зимней спартакиады учащихся России по хоккею с мячом. В тот же месяц был заключен договор с предпринимателем на предоставление гостиничных услуг для тренеров и ребят. Во время сделки, по версии следствия, Логиновский потребовал взятку в размере 84 тысяч рублей. Накануне при получении денег он был задержан сотрудниками ФСБ. Органами предварительного следствия Логиновский обвиняется в том, что за заключение договора с одной из предпринимателей из города Кирова потребовал от нее передачи ему взятки в размере 84 тысяч рублей. Собственно говоря, за получение данной денежной суммы сотрудниками ФСБ России по Кировской области он был задержан с поличным. На сегодняшний день Логиновский сотрудничает с органами следствия, дал признательные показания в совершенном преступлении.